Всем здравствуйте, всем доброго времени суток. Вы на канале «Потянула в деревню все с нуля». Мы сейчас в деревню приехали, пошли с Эмкой маленько погулять. Заодно и вам покажу. Этот сумасшедший пес носится как сумасшедший вообще. Погода хорошая, он тут просто прямо у него башню сносит. Думаю, пойду погуляю с ним. И вам заодно маленькую экскурсию. Вон там до конца улицы сейчас дойдем. Покажу вам. Вот так вот домик наш. Рядом дом нашего друга Игоря. Вот. А там вот где теплица, участок. Здесь тоже вот дом будут строить. Откупили землю где-то у деревни. Вот. Пошли давай. Вот, так что вот так. Сэмка вообще с ума сходит. Просто сумасшедший пес. Сам, не тяни. Запахи новые, все новые для него. Я не помню, не помню, господи, рассказывала вам про это, про коня. Мы ходили с ним мусор выносить. Он коня первый раз увидел. Я думала, он меня снесет с ног. А здесь тоже живет друг наш. Дача у них здесь. Вот. Он думал, что это большая лошадка. Ой, это мое счастье, что я свернула на траву. Я думала, он меня просто по гравийке снесет. Вот. Сэм, не тяни, мне ж тяжело идти, Сэм. Ой, господи. Рвет, просто рвет. Вот так. Пойдем там до конца улицы дойдем. Пойдем. Вот туда тоже улица. Она вот идет вокруг, туда выше и мимо нашего участка. Вот и туда мы пришли. Пошли, пошли, давай, пошли. Пошли. Маленько погулять. Что-то перчатки погорячилось, не одела. Холодно. Сейчас уже темнеться начало. Ты куда полез? Сём. Сёма. Давай обратно. Давай. Пошли. Пойдем. Пойдем давай. Снежок так хрустит, правда? Здорово. У нас снег-то, в принципе, недавно выпал. Снега не было. Очень была теплая осень. Уже, по-моему, вот не соврать, числа, наверное, 7 ноября выпал практически. Лег снег. Вот, не было. Уже думали, что вообще не будет ничего у нас. Нет, Семечка, сейчас вот здесь дойдем только и все, и обратно. Я знаю, что тебе сюда надо. Вон по этим полям горцует. Мы года два, наверное, здесь были назад. Ездили на... Ой, как они эти? Сани там называются. Ой. Господи, склероз. Ну, по снегу, которые катаются-то. О, снегоходы. Во, на снегоходе ездили. Вот. Ему, наверное, года полтора было. Бегал с нами по полям, потом обиделся. Думал, что мы его бросить хотим. Пришлось его садить на сани. Поехал с нами на санях на этих. Потом в итоге мы его отпустили. Нет, не пойдем туда. Потому что понял, что его никто бросать не будет. Вот. Здорово, да, здесь? Че, трава? Ой, да, конечно, вкусная трава. Кто б спорил. Ай, у меня уже рука замерзла. Вот так. Поля, конечно, у нас здесь места много. У людей земли полно. Многие жалуются, у нас здесь разрезы. Многих вытесняют с этих с мест, с насиженных. Разрезы строят. Печально, конечно, все. Но я думаю, что нас не тронут недалеко от города. У нас деревня Ивановка. Ай, рука замерзла. А Тальжинский район у нас здесь. Рядом Тальжина.
рядом, ой, как мне, рядом Атаманово, в деревне все эти рядом, мы буквально практически с центра до деревни доехали за полчаса, вот, то есть все близко, надеемся, что нас не тронет эта напасть, вот, так что вот так. Ладненько, буду закругляться, а то руки замерзли уже. Рада бы еще поснимать вам. Но даже рот уже не шевелится разговаривать. Что-то здесь прям как-то это зябленько. Холоднее, чем в городе. Ладненько, всего хорошего, всего доброго. Всем пока-пока. Так, Сэм, подожди.